Не прошло и недели с того момента, как в Алтайском крае завершилась летняя олимпиада сельских спортсменов Алтайского края. И вот прямо сейчас мы уже в Заринске на открытии олимпиады городов Алтайского края. Большое, яркое, масштабное событие, которое также вернулось в нашу жизнь после пандемийных ограничений. Несколько лет Заринск также ожидал выхода на большую арену и ожидал проведения этого праздника. И наконец-то в 2022 году он все-таки здесь состоялся. За это время, с 2017 года, когда Заринск начинал свою подготовку, было выделено более 118 миллионов рублей на реконструкцию стадиона «Юность», на подготовку площадок. Здесь появилось искусственное футбольное поле, литые беговые дорожки. Также обновились ряд спортивных площадок и арен, в том числе спортивные залы, место пребывания спортсменов и так далее. В общем, очень богата стала спортивная инфраструктура этого города. Также сегодня здесь собрались более 800 человек, которые будут соревноваться в различных видах спорта. Это 11 городов Алтайского края. К слову, мы уже знаем некоторые результаты. Например, в соревнованиях гиревиков и самбистов победу одержал БИСК. У них уже 2 золотые медали в общей командном зачете. Ну а в соревнованиях спортивных семей, как среди девочек, так и среди мальчиков, лучшими оказались представители белокурихи. Ну а сейчас у нас торжественная церемония открытия. В течение 4 дней проходят вообще эти соревнования. Вчера они начались, в воскресенье только закончатся. Ну а самые главные финальные игры по игровым видам спорта пройдут, разумеется, в последний день этих соревнований. Ну, атмосфера наверняка очень приятное, воодушевляющее, большой действительно праздник. И сейчас уже начинается парад спортсменов непосредственно. И их приветствуют высокие гости, почетные гости, высокие лица Алтайского края.